Эволюция на заказ. Кто на самом деле создал дарвинизм и как ему удалось убедить весь мир в своей правоте? Кому и зачем нужна теория естественного отбора? Какие находки скрывают сторонники Дарвина? Фактически под эту теорию подгонялись факты. И как расправляются с несогласными учеными? Женщина, доктор наук, сделала доклад, и ее пикнули в сумасшедший дом. Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.